В Набережных Челнах четвероклассник пришел на урок с ножом и угрожал расправой. По предварительной версии, школьник не успел воспользоваться холодным оружием. Его заметил одноклассник, который сообщил обо всем учителю. После того, как у него отобрали нож, мальчик начал кричать, что всех расстреляет. При этом на странное поведение подростка неоднократно жаловались. Ранее был зафиксирован случай нападения на учителя с ручкой. На данный момент прокуратура проводит проверку. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом ребенку удалось пронести нож в здание школы. При этом будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также родителей и законных представителей ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.